Добрый день, друзья. Меня зовут Газизов Марат, компания, официальный партнер компании Альпари в Санкт-Петербурге. Сегодня у нас среда, 21 декабря 2016 года. Ежедневный обзор финансовых рынков, торговлю без индикаторов. Сначала хочу как бы рассказать о том, что ну, все вы прекрасно понимаете, что это последняя данная текущей недели, она, ну скажем так, неделя, последняя рабочая, именно полноценная рабочая неделя перед рождественскими праздниками, перед Новым годом, ну и потом в дальнейшем наиболее активное время для торговли, то есть рабочая обстановка на финансовых рынках нормализуется, скажем, после 5-10 чисел января. То есть сейчас ситуация складывается таким образом, что движение цен на финансовых рынках будет достаточно, ну, я бы сказал, проблематично с точки зрения использования их в своей торговле. Поэтому я не знаю, стоит ли торговать, начиная со следующей недели, но эту неделю можно работать, тем более, что рынок позволяет это делать очень успешно. Ну и с самого начала, к наступающим праздникам, к Рождеству и со всеми такими праздниками, хочется вас поздравить. И вот тут от меня небольшой такой подарок всем вам. Для того, что вы как бы вместе со мной, ну, скажем так, работаем на этом рынке. Вот она ссылочка. Ссылка на мой семинар, который я проводил в онлайне 25 ноября. Это скальпинг. Так что можете пользоваться теперь. Ну, грубо говоря, месяц прошел, я должен был этот месяц выдержать. Ну и скальпинг для вас. В свободное время можете посмотреть. Вот, это вот такой мой маленький небольшой новогодний подарок для вас. Ну а теперь переходим непосредственно к текущей ситуации на рынке. Посмотрим, что там происходит. Традиционный обзор. Здесь посмотрите, пожалуйста. Значит, эта неделя охарактерен тем, что по большому счету важных новостей уже практически не остается. И вот единственное, то, что сегодня будет квартальный отчет по Национальному банку Швейцарии в 17.00. Будьте внимательны, очень внимательны по поводу его отчета, этого банка. Последний год, скажем так, швейцарский банк национальный приносил несколько таких интересных сюрпризов. Поэтому, в принципе, возможно и сегодня такой сюрприз будет. Это первый момент. Второй момент. Это завтрашние публикации ВВП из США. Посмотрите, здесь вот. В принципе, ждут лучше, чем был. И это будет поддерживать американский доллар, как минимум. Или, скажем так, не даст ему сильно упасть. И публикация данных из Великобритании в пятницу, тоже ВВП. Почему-то здесь она двумя звездочками отображена. Но я считаю, что данные события надо рассматривать в контексте Брекзита. Вот. И, соответственно, фунт очень любит свою новость отрабатывать, причем достаточно остро. И рекомендую вам отслеживать этот момент. Вот. Все, уходим из новостей. Теперь возвращаемся к нашим графикам и смотрим, что там происходит. Сейчас, вот, как ни странно, последнюю эту неделю очень легко комментировать то, что происходит на рынке. Ну, мы как бы с вами это уже определили, почему, да? Евро-доллар, тут больше никаких, как бы, таких моментов нет. Ну, в данном случае вот этот зигзаг я вам, почему я его отобразил, не выбираю, потому что, как я всегда утверждаю, движение цены в любую сторону может быть с вероятностью 50 на 50. Тем более, что сейчас рынок уходит в долгие каникулы, и, соответственно, бывают такие прострелы, вот как раз вот так называемые новогодние ралли и так далее. В принципе, этого не удивляйтесь, если вдруг внезапно, ни с того ни с сего, начнется такой прострел наверх. В принципе, этого я не исключаю. Но недельный график в связи с тем, что пробил предыдущую впадину историческую, плюс смотрим тренд, видите, да,
The trend is your friend. Тенденция только-только начинает свой импульс дальше вниз. Можно считать волны, первая, вторая, и пошла третья волна вниз. Соответственно, она чаще всего бывает самой длинной. Ну и не забывайте, вот когда вот здесь рынок тоже вышел из консолидации, посмотрите, какой был хороший подъем. И, в принципе, здесь тоже можно ждать такого же падения. Это дневной график. Часовой график. Просто идеально все работает, как по часам. Как говорится, швейцарские часики, все прекрасно отрабатывается. Смотрите, вот с этого момента, когда рынок обновил предыдущую впадину, вот они пошли, коррекционные откаты. Вчера я комментировал ситуацию, посмотрите, рынок сформировал разворотный канал. Вот отработка пробития опорной точки, видите, какая слабая была коррекция. И рынок выполнил свою цель, да, то есть после пробития опорной точки, поконсолидировавшись, не дойдя до, линии, до своей цели, на отскоке обновил предыдущую впадину. Вот оно движение. Оно хорошо читалось и виделось, и, собственно говоря, комментирую здесь нечего. Сейчас идет коррекционный откат. Опять что увидите? Друзья, конечно, вы видите структуру, да? Вот она структура. Пошло замедление. Видите, да? Вот уже пошло замедление. Цена пытается выйти из восходящего коррекционного канала вниз. Вот она попытка. Чем это грозит? Это тем, грозит тем, что рынок может еще раз продолжить свою тенденцию наверх и уже потом свалиться вниз, да, вот, то есть сформировав разворотный канал. Либо рынок уже сформировал разворотный канал, если вы увидите, вот можно здесь посмотреть, вот, вот он, да. Сложно оценить ситуацию, давайте посмотрим эту ситуацию на 5-минутке. Вот здесь вот интересно уже складываются моменты. То есть вот когда рынок завершает коррекцию, видите, да, вот завершение, выход, формирование второй вершины, формирование разворотного канала. А дальше рынок просто-напросто начал работать по технике. Ну, естественно, после обновления предыдущей впадины, сейчас идет коррекционный откат, любое повышение к этому уровню, любое движение к нему, это коррекция. Смотрите, вот в этом подъеме рынок уже сформировал структуру, как минимум трехволновую. Раз, два, три, видите, да, и рынок, не дойдя до цели, здесь вышел из этого восходящего канала, но в связи с тем, что пока предыдущая впадина еще не взята, соответственно, есть риск, что рынок попытается продолжить эту тенденцию наверх, может быть, даже еще раз, может быть, даже вот сюда вот, но это в любом случае, мы видим уже фактор замедления, как говорится, налицо, поэтому, если даст рынок повыше, то есть, если рынок сможет приподняться еще выше, ну что ж, будет повод еще лучше взять цену на продажу. С другой стороны, выход состоялся из восходящего канала на 5-минутке, видите, да? Плюс еще рынок сформировал разворотный канал вниз, вот он. И этот канал имел свойство ускорения, видите, вот оно, ускорение. А обновление предыдущей впадины еще пока не произошло. Поэтому, если даже и будет какой-то подъем наверх, посмотрите, сформируется структура, сформируется, если цена не добьет до линии, до своей цели, верхней границы канала, это 5-минутка, да, и рынок возобновит свое снижение вниз, ну тогда можно ждать обновления данной впадины. Вот. Так что вот работайте, друзья, в этой связи с этим вот, с текущей ситуацией. Наверх я пока что ничего не рассматриваю. Для того, чтобы двигаться наверх, то есть торговать в покупку, да, смотрите, как рынок закачал коррекцию. Вот. Вот он. Коррекционный откат. Вот он, да. Выход из коррекции. Видите, прострел, пробитие опорной точки, сигнал для покупки. Вот здесь вот покупка, да, и в то же время перед этим пробоем, посмотрите, рынок сформировал вот разворотный канал внизу, вот здесь вот. То есть, хотел бы вас предупредить, что если цена вот в этом движении здесь формирует разворотный канал, вот он, да, это еще не, то есть канал наверх, но в связи с тем, что все это происходит внутри канала нисходящего, это еще не является фактором 100% к развороту. Просто-напросто здесь имеется в виду, что если рынок сформировал подъем, вот такой канал, и при этом после этого пробивает опорную точку, то хороший стимул для покупки. Вот в этой связи и надо рассматривать данные движения. Это у нас евро-доллар. Смотрим британский фунт. Британский фунт также, как и евро-доллар. Вот, посмотрите, выход из канала на недельном графике сформировался, то есть четвертая волна похожая. Готовы к завершению, ну то есть еще как такового завершения нет, формирования четвертой волны. Почему? После обновления вершины рынок пока еще не обновил предыдущую впадину, да?
Вот. Соответственно, может быть еще один заброс наверх, но если цена пробивает опорную точку, то тогда вот в любом случае, либо отсюда, либо чуть повыше, рынок все равно сформирует тенденцию. Вот уже видите, сколько пятерок здесь накопилось. Посмотрите, вот они все эти пятерки. Вот если эти пятерки отработаются, сформируются, ну тогда будем ждать вот такой резкий подъем наверх. Вот. Это у нас британский фунт, недельный график. Дневной график упорно давит низы, сформированный канал, разворот, выход из восходящего канала. Но вот этот вот подъем, который я здесь ждал после пробития попытки ускорения вниз, видите, зеленая свеча наверх была. Честно говоря, ждал, что немножко повыше приподнимемся, оттуда свалимся вниз. Но рынок этого не сделал. Цена давит вниз, соответственно, ищем возможность продавать. Но в то же время не забывайте, что вот этот проброс наверх, он может быть. И уже, если это произойдет, смотрим структуру этого подъема наверх. Это лучше всего смотреть на часовке. И если цена не добивает до своей цели, это будет шикарный повод для того, чтобы встать в продажу. Ну и, соответственно, сразу все увидят, что здесь head and shoulders, разворотная модель и все такое. Смотрите, как это было здесь. Соответственно, в текущей ситуации все мысли у нас только на продажу. И даже на часовых графиках. Посмотрите, структуры начали себя реализовывать. То есть, если вот до этого пробоя я как бы говорил о том, что сложно сейчас что-либо делать, но вот когда рынок сформировал разворотный канал и начал обновлять впадины, посмотрите, стали работать структуры. Я уберу лишние линии, чтобы вам было понятно. Вот идет тенденция, да, обновляются впадины, идут коррекционные откаты. В коррекционных откатах рынок формирует вот эти самые структуры. Здесь усложненная форма коррекции была, видите, да, в виде треугольника. Сигнал для продажи, естественно, обновление впадины. Вот здесь вот. Не пробитие линии тренда, вот здесь вот, а именно пробитие впадины. Вот сигнал на продажу. Сейчас рынок уже скорректировался в виде такого зигзага наверх, видите, да? Волна С в зигзаге, короче, волны А, А, Б, С. И вот произошло пробитие опорной точки. Это был хороший повод для продажи. С другой стороны, мы еще пока не взяли предыдущую впадину в этом движении, поэтому без убыток надо обязательно выставлять. Часть прибыли забирать. И почему? Потому что рынок сейчас наверняка попытается сформировать еще один подъем, вот такой вот. И только потом, возможно, если пробитие не произойдет, предыдущей вершины этой, может возобновить снижение вниз. Почему? Потому что для движения цены необходимо формирование разворотного канала. Посмотрите, вот он разворотный канал вниз. Вот разворотный канал вниз. На пике до пробития. И здесь пока разворотного канала мы не видим. Да? То есть рынок может еще раз приподняться наверх, сформировать разворотный канал, а потом уже в дальнейшем пойти на пробитие предыдущих падений. Это у нас британский фунт, часовка. Ну и соответственно здесь вот пятиминутки. Работаем в этом же ключе. Да? Вот посмотрите. Вот он был канал наверх. А на пятиминутке, кстати, канал был сформирован еще вот здесь. Вот, вот так вот. Потом пошло ускорение. Посмотрите, видите, да, ускорение. Кстати, вот видите, здесь, когда рынок сформировал разворотный канал, произошло пробитие, видите, да, тенденция получила ускорение. Поэтому коррекция внутри канала была слабая, вот, видите, не добили до цели. И пошли вниз вот таким вот макаром, да. Дальше что, обновив впадину, рынок опять что сделал, попытался скорректироваться. Вот видите, ускорение было. И вот коррекция опять была слабая. Опять не дотянули до цели. Вот это и есть фактор ускорения. Это как раз тема вчерашнего семинара. Ускорение в тенденции, если кто помнит, в 3 часа был со мной. Я эти моменты всегда рассказываю, да, вот чем характеризуется ускорение. Ну а дальше что опасно? Вот в этом движении опасность в чем таится? То, что вот это движение приобретает свойства шпилеобразного или спорадического движения. Как правило, такого рода падения характерны тем, что они, такой же отскок может быть и здесь. И только потом возобновление снижения. Вот не попадитесь на эту уточку. Да? Торговать только исключительно по сигналам, о которых я все время рассказываю. Это британский фунт. Российский рубль с гэпом открылся вниз сегодня. Доллар летит со свистом, уничтожается, так сказать. Ну что ж, вот цели понятно. Тренд, похоже, может выстрелить к дальнейшим укреплениям. Если цена закрепится ниже вот этого уровня, черной линии, да, все дело в том, что вот в этой области нет денег. Вот здесь вот денег нет.
господа. Соответственно, эту область рынок может со свистом пролететь и остановиться может где-то вот в этой области, вот, вот здесь вот. Вот она, зона остановки. Ее среднее значение находится где-то вот в этой области. Вот здесь вот цель. Кто-то смеялся, когда по поводу того, что я говорил о И-45, когда цена была в районе выше 62. Кто-то смеялся, когда я даже произнес фразу о том, что И-35, вот видите, у меня цели. И-45 у меня есть цель. И вот И-35 есть цель. Я думаю, что уже тот народ, который смеялся, он уже, наверное, не смеется. Да? Вот. Вполне возможно, но опять же, это судя по той разметке, которая есть. В то же время, пожалуйста, вот, честно говоря, вот я ждал, что будет еще один проброс наверх, и только потом уже окончательное движение вниз. Но рынок идет по-своему. Цели у нас, в принципе, то есть понятные, одинаковые, просто реализация немножко по-другому пошла. Ну, ладно. Главное, прогноз правильный. Так, это у нас российский рубль. Дальше смотрим швейцарский франк. Ну, естественно, швейцарский франк. Недельный график тут смотрим, да. Ничего не изменилось, обновление произошло. Но меня пугает перспектива, да. То есть, если цена, чем быстрее растет наверх, тем сильнее вот этот сигнал вниз может быть в виде обрушения вот такого вот резкого. Ну, вот такого плана. Вот такого плана движения вполне возможно. Почему? Ну, потому что тут тенденция, вот она, да, и тут обновление было, это коррекция в виде трех индейцев, можно так сказать. Либо, может быть, тенденция вот такая вот, вот она, да, коррекция в виде такого диагонального треугольника с движением вниз. Но пока что настроение наверх, соответственно, торгуем наверх. Дневной график упорно давит, канал, видите, получил ускорение. Цена при упадении, видите, не дошла до цели, вот, видите, коррекция была. Вот в этот день. А тем не менее, рынок сразу же воспользовался такой возможностью, дабы покупать доллар против швейцарского франка. Соответственно, мы тоже должны торговать в этой ситуации. Технически часовка выглядит очень привлекательно. Очень привлекательная часовочка. Посмотрите, да? Вот. Тенденция выраженная, очевидная. Ну, что тут еще сказать? Цена не доходит до цели, разворачивается, уходит наверх. Вот она коррекция, видите? Так вот отработка, вот коррекции. Классическая форма разворота. Но сейчас рынок, кстати, обновив опорную точку, сейчас идет в коррекционном откате. Те, кто смотрит мои семинары, те прекрасно помнят, да, как делать вот в этой, что делать в этой ситуации. Смотрите, следите за характером движения цены. Видите, вот пошло движение вниз, то есть рынок не поддержал попытку пробития предыдущей вершины, хотя в 8 случаях из 10 рынок после пробития опорной точки уходит выше предыдущей вершины. Ну, потому что уже и канал готов, и сигнал хороший. А рынок решил еще раз корректироваться. И вот в этой коррекции, посмотрите, характер движения цены, кто видит? Что мы видим здесь вот в этом движении? Да? Коррекционный откат, три волны А, Б, С, волна С короче волны А. Поэтому, если цена с этих уровней, не обновив предыдущую эту вершину, возобновит свой подъем, в принципе, при пробое этого уровня я лично буду покупать. Вот в этой ситуации, что привлекательно, посмотрите, тройка здесь пошла отработка, тройка здесь пошла, возможно, будет отработка, если цена отсюда пойдет наверх. Здесь привлекательно то, что после пробития этого уровня, вот здесь вот, да, вот при пробитии этого уровня, стоп-лосс очень коротенький, посмотрите, стоп-лосс ставится сразу вот за эту впадину, вот за эту впадину. И возможно здесь уже, посмотрите, видите, часовой график, рынок сформировал некое подобие разворотного канала. Если вы внимательно присмотритесь, вот, вот таким образом строим, видите, замедление, выход. Лучше всего этот процесс смотреть на 5-минутке, давайте посмотрим 5-минутный график. И здесь мы это движение разберем по козочкам, да, то есть вот коррекция, выход. Формирование разворотного канала, но рынок ушел еще поглубже. Кстати, такой вариант я как бы предполагал, что может быть хорошая просадка. Вот она. Но правда я ждал немножко раньше, но тем не менее, вот она, эта просадка идет. Да? Посмотрите, вот она коррекция, трехволновая. Предыдущая впадина пока не пробита. Вот она, да. Сейчас, если рынок отсюда без пробоя этого уровня возобновит свой подъем, в принципе, все будет готово к тому, чтобы закончить вот эту коррекцию и начать новое наступление наверх. Да? Вот сейчас интересный момент наблюдается. Сигнал для входа в рынок, смотрите здесь, либо консервативно, после формирования такого разворотного канала наверх, пробить опорные точки. Вот здесь вот, покупаем. Готовимся. Готовимся, ловите момент, господа.
друзья. Это франк. Смотрим японскую иену. Ну, тут вообще ни о чем больше говорить нечего. Все легко, все понятно. Дневной график напоминает поразительно швейцарский доллар, швейцарский франк. Вот тоже, да, вот. Часовой график, коррекционный откат. Посмотрите, вот он канал. Канал, видите, да? Очевидное движение, что тут еще сделаешь? Вот, к сожалению, жалко, конечно, что вот здесь в этом движении рынок не смог обновить предыдущие вершинки. Вот они, да. Ну, в принципе, это и понятно, почему это произошло, да, вот этот откат. Слишком уж сильно было движение вниз. То есть была попытка ускорения тенденции. Здесь ее отработали. А вот цена дошла до верхней цели, да. Сейчас идет коррекционный откат. Соответственно, сейчас с каким образом рассуждаем? Есть структура. Посмотрите, вот она, эта структура. Вот он канал. Здесь канал пытается ускорить свое падение, поэтому рановато покупать. Только после пробития. Только после пробития надо искать возможность покупать. Либо, если рынок вот таким образом двигается наверх, пусть он сформирует разворотный краткосрочный канал наверх. Вот, перед пробитием. И тогда это будет хороший повод открыть позицию наверх. Вот ждем этот момент. Вниз никакие, ни по каким предлогам пока что я позицию не рассматриваю. Даже если произойдет обрушение вот такое, вот, все равно вставать в продажу здесь не собираюсь. Даже если вот так вот будет движение, все равно я вставать в продажу не буду. Так, это у нас японская иена. Ну и последнее, золото. Золото делает то, что было спрогнозировано. В принципе, модель себя реализовала, вот это вот ускорение падения. То есть на недельном графике все понятно, да? Дневной график, вот это ускоренное падение, в принципе, это может быть завершающим аккордом перед таким разворотом наверх. Вот этот разворот, вот он. Но, опять же, господа, друзья, разворот развороту рознь, то есть не одномоментный выброс надо ждать наверх, да, то есть не вот такое движение, а именно движение в виде формирования канала. То есть если будет резкий подъем, надо ждать формирования такого разворотного канала. Ну, может быть, он не будет такой широкий, как я здесь его отобразил. Скорее всего, этот канал будет сформирован маленький, то есть совсем узенький. Почему? В чем логика? Смотрите, вот он канал нисходящий. Соответственно, приблизительно по размеру такой же канал должен быть сформирован, наверное, здесь. Вот такого плана канал можно будет ждать. Сейчас пока по золоту вниз уже все, цель пока еще не достигнута, но в принципе можно сказать, что цель уже достигнута. Первая была достигнута, вторая отработана, третья тоже, цена дошла практически до этого уровня. Если мы готовимся для входа в рынок долгосрочно в покупке, надо ждать формирования вот такого вот такой модели. Продажа. Продажа в принципе тоже обоснована, потому что даже на часовом графике, вы видите, да, никакого признака разворота тенденции наверх мы здесь не видим. Идеально отрабатываются все вот эти коррекционные структуры. Просто здесь нужно немножко поменять разметку. Вот. То есть вот был подъем коррекционный. Видите, да? Вот он, вот так вот. Да? Была попытка ускорения, она себя реализовала, это ускорение. И на пике рынок сформировал разворотный канал вниз. Да? Вот он. Первый попытка, и вот дальше вниз, вот он, разворотный канал. Цена вышла из восходящего канала, теперь формируется канал большего формата, разворотный канал, тем более что была пробита опорная точка, вот она, видите, да, вот, и текущее движение, ну что тут, все видят прекрасно, структура, да, трехволновая структура, видите. Надо дождаться, когда эта маленькая структура, которая здесь сформировалась, вот эта вот, завершится без пробития предыдущих вершин. Желательно, чтобы она вот пробила опорную точку, тогда будем продавать. Пока еще этого нет, соответственно, ждем, ловим момент. Ой, закрылся. Ловим момент. Вот, ловим момент. Так, ну, собственно, все. Золото, еще индекс доллара. Давайте глянем на индекс доллара. Недельный график обдавил предыдущую свечку, посмотрите, видите, да, приближается к зоне, опасной зоне, вот она, серая зона. Я вчера говорил, что сложно сказать, остались ли те, кто здесь загонял цену вниз, живы ли эти трейдеры, да, вот, но цель есть,
принципе, уровень отрабатывается, цель есть. Все идет в плане разметки. Первая, вторая, третья волна в развитии. Но она, в принципе, уже себя реализовала. И чем это грозит? Это грозит хорошим коррекционным откатом. В качестве четвертой волны, а уже потом формирование последней пятой волны наверх. В принципе, все к этому готово. Да? Вот здесь вот. Вот они, эти разметки. А где пятая волна? Это большая пятая волна. Вот. И внутри структура. Первая, вторая. То есть, если это... Ну, все видно, в принципе, без меня. Так, посмотрите, девочка, посмотрите, как себя реализовало здесь пробитие. Сейчас цена вчера пробила, обновила предыдущую вершину. Соответственно, часовой график поддержан. Видите, да, структура. И вот на часовке интересная разметка. Вот она, тоже пятая. Ну, здесь сложный момент. Если это первая, вторая, то вот это не треть, не четвертая волна. Почему? Потому что цена при откате вниз обновила высоту окончания первой волны. Это запрещено по волнам Эллиота. Поэтому я сейчас затруднение. Что это такое? То есть, если это вот это все первая волна, то есть первая, вторая, третья, может быть, четвертая, пятая. Запутался, в конец запутался. Но это коррекционное движение, явно имеет форму трехволновой структуры. Либо это четвертая, либо какая-то вторая волна. В любом случае, надо ждать вот этот проброс наверх. Вот. Либо вот так вот третья, первая, вторая, третья, четвертая, пятая наверх. Либо уже третья готова, да. Но в любом случае, хочу сказать, что проброс наверх будет по индексу доллара. Ну и, соответственно, доллар будет поддержан против мажоров. Все. Ой, я смотрю, народу мало совсем стало на моем семинаре. Видно, народ уже готовится к праздникам. Ну что ж, ладно. Так, сегодня в 3 часа состоится семинар по волнам Эллиота. Кому интересно, присоединяйтесь. Давайте посмотрим текущую ситуацию. Ну вот, посмотрите, да, вот часовочка пошла на отработку здесь. Пятиминутка не хочет пока падать. Вот, видите, какая нешуточная борьба идет. Вот здесь идет набор позиций. Вот, набор позиций. Вот, вот они, денежки. Вот где находятся деньги. Либо мы сделаем коррекцию и потом отсюда со свистом пробиваем этот уровень. Потом к нему возвращаемся снизу и уходим вниз, да, вот так вот. Либо цена сейчас что может сделать? Отсюда падает вниз, подходит снизу к этому уровню и отсюда валится вниз. Вот. Вот такой пока, ну, может быть, чуть пониже. Вот здесь вот. Вот так вот. Наверх будем смотреть только тогда, когда цена с этого уровня обновит предыдущую вершину. Вот тогда вся эта картина отменяется и ждем продолжения тенденции, вот этой тенденции наверх, пока не пробита вот эта вот впадина. Вот, вот такая ситуация. Это у нас евро-доллар. О, британец хорошо пошел на отскок. Ну вот как раз вот это и характерно. Вот, вот подобного рода движения, посмотрите, да, вот ликвидность падает. Вот характерные движения, они характерны тем, что внутри этого движения, вот в этом движении, вы видите, нету никакой структуры, да. Это как раз и говорит о том, что движение, ну, скажем, сейчас рынок теряет ликвидность, и, соответственно, торговать в этой ситуации крайне обременительно. Видите, как бесструктурно движется цена, да, вот так вот обновляет, не обновляет, обновляет, и тут же обновляет вершинку, без всяких внутренних структур. Торговать в этой ситуации становится тяжелее и тяжелее, но пока еще эту неделю, я думаю, можно поработать. Все, ваши вопросы, мои ответы. Так, я вам скинул ссылочку, да, на свой скальпинг, такой подарок к Новому году. О, Артем уже посмотрел семинар, Александр посмотрел. Так, Елена, Марат, вы обещали нам сделать запись вчерашнего семинара по психологии в Питере, которого вы еще и один преподаватель читали очно. Вы нам дадите возможность знакомиться? Нет, к сожалению. Елена, правообладатель пока что не хочет заливать этот семинар ВКонтакте. Но я попробую его уговорить, чтобы он разрешил мне это сделать. Ну, потому что для этого необходимо соответствующее разрешение. К сожалению, я не имею права этого делать пока. Ну, правообладатель. Поэтому пока буду работать с ним, конечно, но я попробую истребовать у него разрешение на это. Посмотрим. Посмотрим. Так, Марат, что же плачевно закончился эксперимент с демонстративным счетом?
Сергей, ну вы опять же, наверное, вы думаете, что вы первый задаете этот вопрос. По этому поводу я уже отвечал, что случилось, почему так произошло, и повторяться не буду. Если вам интересно, поищите в архивах. Слишком долго объяснять. Вот. И вот этот вопрос, стоит ли гнаться за процентами и входить почти 24 лота с катастрофическим нарушением ММ, я тоже по этому поводу уже объяснял. Вот, ну, если интересно, посмотрите в архивах, я уже объяснял эту ситуацию. Так, нефть, ну давайте нефть, хотя я по нефти, конечно, давайте нефть посмотрим. Кстати, по поводу торговли онлайн, сейчас смысла его начинать нету, если вам есть желание посмотреть, как это вообще происходит, с Нового года я опять возобновляю этот проект, буду опять залью средства на торговый счет и начну опять этот процесс с Нового года. То есть опять начну торговать в онлайне. Посмотрим. Кому интересно, присоединяйтесь к моим семинарам после Нового года. Также будут средства залиты, торговый счет, и в принципе можно будет начать работать. Но я сразу скажу, что торговать буду исключительно по своей торговой стратегии, вот по данным, по которым рассказываю. По поводу изначально вот этот торговый счет, который у меня был последний, господа, ну вы смотрите мои семинары, я же уже 100 раз объяснял, да, что, во-первых, этот счет я открывал не для торговли по базовым принципам в феврале прошлого года, я его открывал только исключительно для скальпирования, вот собственно так вот, и слишком долго объяснять эту ситуацию, извините уже. Так, поехали, нефть, да, ну давайте посмотрим нефть. Сергей, вы знаете, я практически на каждом семинаре про это говорил, начиная с ноября месяца. Я не помню уже, когда я уже рассказывал по этому поводу, да, я объяснял. Кстати, посмотрите, в феврале мой семинар, вот этот вот семинар тоже, скальпинг в феврале был, там тоже есть объяснение по этой ситуации. Так что, ну, сейчас вы просто отнимаете время мое вот в этом плане. Поэтому, ну, 100 раз я уже рассказывал. Поехали дальше. Значит, так, демо-счет открою. Так. По поводу нефти. Честно скажу, что нефть я не смотрел и перестал я за ним наблюдать. Ну, так, а где нефть? А, вот она, нефть. Ну что нефть? Недельный график, посмотрите, видите, да? Вот он, недельный график. Я поменял разметку, да, где-то неделю две назад, когда мы рассматривали нефть. Ну вот, что тут еще рассказывать? Движение очевидно, что тут еще рассказывать? Да, недельный график, посмотрите. Замедление, выход, формирование канала и тенденция развивается в наступление наверх. Не исключая вот такого события вниз, но уже окончательно для того, чтобы вообще развернуться наверх. Вот. То есть общая тенденция наверх, может быть и такой провал в виде А, Б, С, и уже потом снова возобновление роста. Скорее всего, вот эта коррекция может наступить вот с этого уровня, отсюда. Но тогда коррекция будет слабее, и рывок наверх, на север будет еще сильнее. Полностью все этот расклад я начал давать еще в прошлом году, вот когда началось вот это движение. По поводу вот этого события, если кто желает, можете в архивах посмотреть прошлого года. Данное движение, вот этот сигнал, посмотрите, вот внимательно, пожалуйста, давайте рассмотрим сегодня. Вот этот фактор корректа, видите, да, когда рынок обновил впадину. По этому поводу я высказывался в прошлом году, характер движения цены, очень важный элемент моей стратегии, характер движения цены. Да, мы обновляли предыдущую впадину, но вот этот момент, видите, коррекция линии тренда, и по поводу залипания, и по поводу прилипания, и все такое. Я вчера рассказывал, как в принципе рынок замедляет свое движение перед разворотом. Ну, собственно, вот он, разворот и состоялся. Так что добавить здесь не больше просто нечего. Ну вот, спасибо тем, кто дал ссылку, так сказать, поддержал в этом плане, да. Парад, очень хочется попадать на семинар по торговле онлайн. Если есть возможность, сделайте его ближе к вечеру, чтобы после работы успевать, да и торговать. Анатолий, ну, ситуация связана следующая. Да, я, к сожалению, я не буду больше давать инвест-пароль своему торговому счету, потому что
К сожалению, когда начался первый слив по торговому счету в июне этого года, к сожалению, я не учел тот фактор, что, хотя я предупреждал, чтобы люди не торговали по моим сигналам, которые я торговал вне семинаров своих. Многие из них, к сожалению, потерпели убытки, да? Но я предупреждал об этом. И, к сожалению, народ этот момент не учел и продолжал копировать мои сделки. Да? Вот. Поэтому доступ, инвест-пароли вы от меня, к сожалению, не дождетесь. Ну, вот такая ситуация. Инвест-пароль к своему торговому счету я даю только исключительно тем слушателям, которые непосредственно у меня прошли уже обучение. Непосредственно у меня прошли обучение. Тем, кто живет в Санкт-Петербурге, тем, кто прошли обучение здесь очно, вот для них я сделал такое исключение и предоставил им инвест-пароль. К сожалению, это связано с тем, что в этой ситуации мне просто удается контролировать данную ситуацию. Ну, а в следующем году, конечно же, я опять буду торговать онлайне во время своих семинаров, но, к сожалению, без доступа к своему торговому счету. Так что готовьтесь, со следующего месяца, скорее всего, возобновляю этот проект. Вот. Ну, собственно, все. О, народ потянулся, да, под конец. Ну что ж, все. Все. На этом я завершаю свой семинар сегодня. 3 часа присоединяйтесь. Сегодня волны льота. Я вот вчера спросил, попробуйте прочитать самостоятельно хотя бы общий принцип формирования волны льота, разметки, да, для того, чтобы я с азов не начал рассказывать, в принципе, что такое волны льота. Конечно, общую картину я дам, но вот буду рассказывать исключительно с точки зрения подачи моей торговой стратегии. Потому что волны льота как раз меня и натолкнули на данную стратегию, формирование данной стратегии. Поэтому хочется рассказать не про волны льота, там материал в интернете очень много, а с точки зрения использования волны льота в моей торговой стратегии. Вот именно с этой точки зрения. Ну все, на этом я завершаю семинар. Спасибо всем, кто был сегодня со мной. Подарок смотрите на моем канале в YouTube. Это скальпинг. Прошу, да, кстати, с этим скальпингом я напрочь отказался от работы методом скальпирования, хотя это очень, скажем так, очень доходный стиль торговли, ну просто феноменальный он по доходности. Но не забывайте, пожалуйста, такую вещь, что чем доходнее или, скажем там, чем выше доходность какой-либо стратегии, соответственно, риски там высокие. Это я опять же, вот видите, возвращаясь к теме того, что почему произошел слив на моем торговом счету. Я вам объяснял. Я уже 100 раз об этом говорил. Вот. Текущий образ жизни у меня не позволяет работать с этой стратегией. То есть, если у кого-то нету семьи, те, кто молоды, кому до 30 лет, у кого кроме Форекса больше ничего нет, тем, конечно, этот стиль подходит. Но если у вас есть какие-то, если вы не выпали из социальной жизни, если вы живете, у вас, в смысле, работаете где-то, семья, то скальпирование – это очень, скажем так, опасный тип стратегии вот в этой связи. В скальпинг надо погружаться, господа. Погружаться и погружаться полностью. То есть, если вы садитесь за монитор, то в скальпинге надо торговать постоянно и ловя каждый сигнал, который там формируется. Просто так вот, а я этот пропущу сигнал, а этот я поработаю, так невозможно. Вот в этой связи. Если кто, так сказать, психологически готов к такой работе, пожалуйста. Но долго в такой ситуации работать невозможно. Вот, невозможно. Поэтому я отказался от скальпинга. Ну, может быть, у кого-то получится. Все, до встречи в 3 часа дня. До свидания, друзья.